Привет! Сегодня я хочу рассказать о двух приложениях на Android смартфон, с помощью которых ты сможешь установить себе вот такие живые обои, как сейчас у меня на экране телефона. Там есть разные варианты выбора. Как видишь, здесь на экране разные живые обои. Сможешь выбрать, какие тебе больше нравятся. Для этого мы зайдем в Google Play Market и в поиске введем внутренности телефона русскими символами. Здесь будет много приложений, с помощью которых ты сможешь установить подобные живые обои. Я проверил на примере вот этих двух приложений. Вот это и вот это. Нет, точнее, вот это и чуть ниже вот это. Оба приложения от одного разработчика, HD Walls. Но ты можешь попробовать и другие программы, почитай, где хорошие отзывы. И давай покажу, как это работает. Мы заходим вот сюда, Phone Electricity Life Wallpaper Free, скачиваем, устанавливаем и открываем. Вот так выглядит запуск программы. Нажимаем No. Здесь выбираем сначала Choose, выбираем, какие живые обои хотим поставить. Например, нам нравятся вот такие. Выбираем, далее нажимаем главный экран и экран блокировки, и вот так будут выглядеть наши живые обои. Второе приложение. От того же разработчика Phone Electricity Life Wallpaper Free. Так, это было первое. Второе. Phone Electricity Life Wallpaper Free. Скачиваем, устанавливаем, открываем. Оно выглядит вот так. Интерфейс похожий. Тоже выбираем Life Wallpaper. Здесь иногда бывает реклама при первом выборе. Ну, при каждом выборе живых обоев. Открываем и выбираем, что нам больше понравится. Выбрали. Устанавливаем. И выбираем установить. Вот так это будет выглядеть. Это первая часть видеоролика касательно оформления смартфона. Смотрите на канале, еще хочу сделать видео о том, как сделать прозрачный живой рабочий стол живой, то есть чтобы на экране было отражалось все, что сзади смартфона. И еще одно видео будет о том, как сделать, тоже касательно оформления смартфона, как сделать плавающие иконки вот эти вот, чтобы они по дисплею сами двигались. На этом у меня все. Если видео было полезным, обязательно поставь лайк этому видео, подписывайся на канал и оставляй любой комментарий. На этом все. Всем пока.